Теплая встреча дома. Звездная панда Фу Бао, вернувшаяся в Китай из Республики Корея, впервые предстала перед местными поклонниками. Теперь она живет в национальном природном заповеднике Волун, на своей исторической родине в провинции Сычуань на юго-западе страны. Долгожданная встреча состоялась в питомнике при базе по исследованию и разведению больших панд после двухмесячного карантина и адаптации. Фу Бао родилась в Республике Корея в 2020 году, став первым детенышем пары бамбуковых медведей Ай Бао и Ле Бао. Пекин передал их в 15-летнюю аренду за 4 года до этого. Сразу после рождения медвежонок быстро набрал популярность в сети, став источником положительных эмоций для тысяч южнокорейских пользователей в сложный период пандемии COVID-19. Напомню, даже те панды, что родились у арендованных животных за рубежом, должны возвращаться к Китаю. Обычно это происходит по достижении ими половозрелого возраста в 4 года. Ее любимая еда – это яблоки. Хотя фрукты, так же как овощи, например, морковь, считаются дополнительным прикормом, основой рациона остается бамбук. Питание должно быть сбалансированным, и это здоровая диета. Сейчас Фу Бао уже привыкла к местным продуктам, и в целом ей здесь комфортно. Чувство тревоги, что отмечалось сразу после переезда, уже нет. Видно, что она доверяет нам и очень охотно играет.